Я не иду на выборы, потому что нельзя выиграть войну на два фронта. Нельзя бороться за место в парламенте и при этом бороться с другими оппозиционными там структурами, демократическими силами, которые в это время пробуют реализовать свою стратегию. Ну вот вы представьте, взять отдельно взятый округ в городе Витебске в Октябрьском районе. Кто-то бойкотирует и, соответственно, призывает всех избирателей не идти на выборы. Я иду там кандидатом, да. Кто-то говорит, что эти выборы ерунда и полное вранье, и поэтому надо сниматься заранее. Понятно, что сторонники Лукашенко и сторонники вот этих вот кандидатов от власти, они пойдут на выборы, они не будут слушать демократические силы. Но вот возьмем демократически настроенного человека. Что он услышит? Он услышит разные месседжи, и поэтому, как это часто бывает, собственно, опять из нашего опыта, часть будет бойкотировать, часть будет свято верить, что надо сниматься, и будет недоумевать, почему я там осталась, а часть придет. Но это значит, что вместо 100% наших сторонников, людей, которые действительно хотят демократические перемены, людей, которые поддерживают нас, мы получим только 30%. Вы знаете, даже вот при честном подсчете голосов мы проигрываем власти в такой ситуации, поэтому мы на выборы не идем.